Убиты три женщины, каждая из которых была чьей-то матерью, сестрой, дочерью. Господа? Но! Сбежать хотел. Ага. Гад. Насколько я понял, что кто-то кого-то убил. Какой ужас. Что здесь происходит? Княгиня, что вы здесь делаете? Они ведь так могли и в Сибирь нас закатать. Возможно, дело, которым занимаются эти господа, настолько экстраординарное. Что оправдывает их поведение? Не пошли бы вы, князь, и не суйте свой нос в мои дела. Излишняя горячность и увлечение научным прогрессом в деле криминалистики мешает вам увидеть некоторые несоответствия в этом деле. Повтори, щенок! Знаете что, господа? А я сам его поймаю. Пшик. Вакантного места нет. Возьмите без места. Ну смотри, ваше сиятельство. Я знаю, где произойдет следующее убийство. Это Сомов прав. Да вы что, голубчик? Вы ж князька на дух не переносите. Куда деваться, если он дело говорит? Послушайте, эту войну надо остановить. Чтобы душегуба этого найти, тебе на улице нужно своим быть, понимаешь? Спаси Христос! Нет, не досижу до пенсии. Ведь что происходит, господа? Рождается новый вид сыска. Раньше мы ведь только следили за этой следой. А теперь Бессонов, можно сказать, внедряется в ее суть. До самого до дна. Что это? Недостающее звено. Ваше сиятельство. Прошу обращаться ко мне просто. Чиновник сыскной полиции Бессонов.